Творческий проект, аналогов которому в стране еще не было. Сегодня в Казани состоится премьерный показ детского мюзикла «Поколение Маугли». Инициаторами создания этого спектакля стали благотворительный фонд Константина Хабенского и компания МТС. В постановке задействованы российские звезды Тимур Родригес, Гоша Куценко и Эльмира Калимулина, компанию которым составили талантливые казанские малыши. Куда пойдут собранные от продажи билетов средства, расскажет Эмилия Хаким. Казань стала первым городом, в котором был реализован совместный проект благотворительного фонда и мобильного оператора. «Поколение Маугли» — это не просто спектакль, а возможность проявить свой талант тысячам подростков. Причем сделать это под руководством лучших артистов страны. Я трачу свое время просто потому, что мне это чертовски интересно. И я понимаю, что это все, это не в песок, это я вижу реальные результаты. Во-первых, меняются сами дети, они взрослеют. Понимают, что их участие в постановке — это не просто забавное приключение. Каждый выход на сцену — это помощь сверстникам, которым поставили страшный диагноз. Все средства, собранные от продажи билетов, идут на лечение онкобольных детей. Это даже не просто благотворительный проект, это, который сам по себе очень важен, но это и возможность дать возможность детям стать лучше, дать возможность детям развиться, обрести духовность. Вслед за казанскими детьми эту возможность получат ребята из Уфы. А вот кто дальше примет эстафету, зависит от детей. На сайте «Доброе дело МТС.ру» для них организованы творческие конкурсы. По их итогам и определят города, где поставят «Поколение Маугли». Эмилия Хаким, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань.